Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. Волшебство, да и только, кировчане придумали способ превращать фальшивые деньги в настоящие и пользовались им неоднократно. Рассекретить горе Копперфильдов удалось сотрудникам полиции. Оказалось, злоумышленники просто загружали поддельные тысячные купюры в банкоматы и платежные терминалы. Как сообщает ведомство, преступники действовали группой из 5 человек. Они выяснили, что система защиты банкоматов и терминалов несовершенна. Подлинность купюры аппарат проверяет не по всем, а лишь по нескольким признакам. Злоумышленники просто загружали напечатанные купюры и переводили сумму на электронный кошелек, тем самым делая фальшивые деньги реальными. В ходе следственных действий были установлены 16 терминалов приема платежей, через которые велся сбыт фальшивок. В общей сложности полицейским изъято 155 поддельных денежных купюр номиналом в 1000 рублей. В полиции напоминают, если у вас появились хотя бы малейшие сомнения в подлинности банкнот, необходимо сразу обратиться в полицию, ведь при попытке сбыта фальшивки будет грозить уголовное наказание. Если же вы, лишь заподозрив подделку, принесете ее в полицию, и ваши опасения подтвердятся, наказание не последует. Купюру просто изымут. Правда, компенсация в таком случае не предусмотрена.